сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Именно этот флаг увековечен в истории как знамя победы. В рамках детско-юношеского фестиваля «Гагаринские дни» в Уфу прибыла делегация Федерации космонавтики России. Советские летчики-космонавты приняли участие в церемонии возложения цветов к бюсту Юрия Гагарина и передаче Знамени Победы. В эти дни будем говорить о победе, которая 68 лет назад была совершена нашими советскими людьми, и о полете в космос первого человека Гагарина, тоже уже 52 года назад. В течение двух дней советские летчики-космонавты посетят несколько уфимских школ, где поделятся с ребятами воспоминаниями о полете в космос. Все-таки та космонавтика, которая была у нас в советское время, сегодня нет того, что было раньше. И надеюсь, что все-таки мы вернемся к тому, что будем и в космосе снова впереди.